Так, вот сейчас открыли краны. Вот краны открыты, выкручены. Давление очень низкое. То есть утечка в наружном блоке, скорее всего. Ну, или забыли подзаправить. Давление 9 атмосфер. Проверяем кондиционер, который вчера ставили. Давление не упало. 9,5. Где-то 9. Ну, она сейчас он инвертор. 9,3 примерно, где-то так. Вот, то есть все нормально.